Горбуша не оправдала ожиданий. С докладом о лососевой путине выступили в правительстве Магаданской области. По словам руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Тоболина, из запланированного в начале года вылова в объеме 6000 тонн горбуши на территории региона к завершению подхода розового лосося добыто всего 2000 тонн. Путина стартовала 26 июня. На сегодняшний день горбуша закончила нерест, а рыбаки своими уловами недовольны. К большому сожалению, горбуша, то есть основной промысловый вид, не оправдал тот прогноз, который нам готовила наука. Напомню, что в начале года речь шла о горбуше, о 6000 тонн. На сегодняшний день добыт от всеми видами рыболовства всего-навсего около 2000 тонн, что составляет порядка 30%. Такая ситуация с рыбным промыслом обстоит не только по Магаданской области, но и восточного побережья Камчатки. Из прогнозируемых 80 тысяч тонн там добыли всего 17. Лучшие показатели вылова лососевых в Хабаровском крае. В целом по Дальнему Востоку выловлено 120 тысяч тонн лосося. По большому счету нерестовая миграция данного вида тихоокеанских лососей, как правило, заканчивается в начале августа. На сегодняшний день улова она встречается единично, ну и принципиально на статистику вылова уже не повлияет. В настоящее время из вида лососевых подходит кета. При вылове этого сорта красной рыбы фиксируются показатели прошлых трех лет на уровне 2500 тонн, из которых половина уже добыта.